Привет, друзья! Сегодня я снимаю для вас вот такой пурпурный макияж глаз. Он довольно яркий, но в то же время, мне кажется, довольно носибельный, поэтому я надеюсь, что вам будет интересно его посмотреть и, возможно, воспроизвести. Если вы его попробуете воспроизвести, то обязательно выкладывайте в Твиттер или в Инстаграм, отмечайте меня, мне будет очень интересно посмотреть. И если вы хотите узнать, как его получить, то внимание на экран. Итак, я начинаю с того, что я смешиваю два тональных крема. Первый — это L'Oréal Nude Magic Editing, оттенка 120 Pure Ivory. И второй — это Essence All About Matte, оттенка 30 Matte Sand. Дальше я беру консилер Clarins, оттенка 02 Medium. Наношу его под глаза. Дальше я беру консилер Essence, оттенка Forget. И вот этим вот более темным цветом я замазываю все, что и замазал тональный крем. Дальше база под тени Eva Mosaic. Дальше я беру вот эту пудру Elf для области вокруг глаз. И наношу ее на верхние веки и под глаза. Дальше я беру пудру MAC Studio Fix, оттенка NC30, и наношу ее на все лицо. Дальше я беру тени MAC, оттенка White Frost. Наношу их на все веко в качестве базы. Дальше я беру тени Dior, оттенка 3951 Rosewood Glow. Нам нужен вот этот вот цвет. Его я наношу в складку между веками. И на нижние веки. Теперь я беру палетку BH Cosmetics Enhancing Eyes Beautiful Brown Eyes. И из нее я беру вот этот вот цвет. И его я наношу на все подвижное веко. Дальше я беру тени MAC, оттенка Fig 1. И их я наношу во внешний уголок верхнего века. И немножко в складку между веками. Теперь все это растушевываем. Еще немножко этих теней BH Cosmetics, чтобы сделать их несколько более яркими. Дальше я беру тени Essence, оттенка 03, крем-брюле. И наношу их под бровь. Теперь я снова беру тени MAC White Frost и наношу их во внутреннем уголок глаза. Дальше я беру карандаш Essence оттенка Berry Mary и наношу его на нижнее веко. Теперь я беру карандашик Urban Decay оттенка Zero и наношу его во внутреннее веко. Uh,
Дальше я беру подводку Eva Mosaic Carbon Black и рисую стрелки. Теперь я беру тушь L'Oreal Telescopic и наношу ее на нижние реснички, на верхние реснички, как я это обычно делаю. А теперь, как всегда, карандаш для бровей Eva Mosaic оттенка Анютины глазки, которым я прорисовываю свои бровки. Дальше я беру гель для бровей Art Visage оттенка светло-коричневый и фиксирую им бровки. Теперь я беру Maybelline Master Sculpt оттенка 01 Medium, 01 Light Medium, беру вот этот вот более темный цвет. Делаю контуринг. Теперь я беру Benefit High Beam в качестве хайлайтера. Дальше я беру румяна Rimmel оттенка 080 Bronze и наношу их. Дальше я беру карандаш Bourjois оттенка 12 Facetious, ах мой французский, обвожу им губки. Дальше беру помаду Rimmel из коллекции Kate Moss, оттенка 113. Карандаш был излишен, без него лучше. Так, и наш макияж готов. Итак, вот макияж, который у нас получился. Надеюсь, что вам было интересно. Мне он очень понравился. Он довольно яркий и классный. Поэтому, если вам понравилось тоже, то палец вверх. И спасибо вам большое за просмотр. Я вас всех очень-очень люблю. Пока-пока.